Когалыме откроют филиал Государственного академического малого театра России. Он разместится в киноконцертном комплексе «Янтарь», где сейчас идет реконструкция. Планировку помещения специально изменили, чтобы его смогли посещать и маломобильные жители. Большая часть наружных работ уже закончена, смонтировано более половины элементов декора. Сейчас здание прокладывают инженерные сети и коммуникации, ведутся отделочные работы. По индивидуальному заказу изготовлена центральная люстра зрительного зала. Мягкая мебель для холлов и буфета. Завершение работ по благоустройству территории запланировано на лето, а открыть обновленный комплекс собираются в конце года.